И вы знаете, наконец-таки открылось то, что должно было быть. Сегодня, сейчас, куда вы едете за мясом? В любое ближайшее место. Одно из лучших ближайших мест – это Уральский фермер, который располагается на проспекте, точно, на улице Советская, 193. Прямо напротив центра Славянский, тут же напротив Декор. Место самое лучшее для тех, кто хочет есть вкусное и замечательное мясо. Какая же это радость, когда до отличного и качественного центра, где есть мясо, как рукой подать. Давайте все-таки определимся. Везде есть ритейлер-центры, но не везде есть мясо. А оно у нас здесь есть, на улице Советской, 193. Причем первого покупателя мы встретили на улице. Вкусно? Вкусно очень. Вкусно, да? Да. Мясо здесь берете, да? Да, постоянно здесь берем. Конечно, это круто, и этого много. И не говорите, что Россия не кормила весь мир. И кормила, и обихаживала. А вернуться надо всего в 30-летнюю историю. Тогда большая часть стран коммунизма жила на помощь СССР и на наши колбасы, мяско и пшеницу. Так вот, процедура восстановления сделала все быстро, и наше мясо стало изумительным по вкусу. Фарш люблю. А цены какие здесь? Ну, дешевле, чем других говядин. Но, к слову, здесь не только свинина. Конечно, и говядина, и баранина, и конина. К слову, здесь есть и гуси, и куры, и утки, и курица. К слову, здесь все продукты питания для вас. И давайте определимся. Лучшие колбасы. Все это делается прямо рядом с вами. Без красителей и добавок. Вот куда идти-то надо, в Уральский фермер. Ну, цены, да, подешевле. То есть, в принципе, можно говорить о том, что где-то рядышком с вами уже есть хороший торговый центр, да? Наверное, можно. Думаю, так. Причем цены, мы определимся. Вы должны это мясо брать, и оно должно уходить в лед. И это правило, и оно вложено в вашу любимую цену. Удивляет меня выбор и колбасы, и мясо, и цены. В первую очередь, цены удивляют. Что, в принципе, можно жить, да? Да, здесь, честно говоря, цены гораздо ниже, чем в ближайших магазинах. И меня это удивило, я, наверное, жену сюда привезу теперь. Тут мы в немного другое место съездили, чуть далее обувной фабрики. Мы вам его показывали. Здесь, мягко говоря, изюм. И для тех, кто любит мясо, на Ленина 91. Ты гость здесь? Частый. Частый, да? Угу. Какое ощущение у вас? Что наконец-таки мы начали понимать, что у нас есть мясо, правильно? И недорогое. Да. Знаете, в чем я радуюсь? С некоторым возрастом у меня больше уважения вызывают пенсионеры. Еще больше люди с максимальным опытом, тоже на пенсии. Пенсионер. Но тем не менее за мясом ходите, правильно? Ну, хожу иногда. А где лучшее место? Здесь вроде бы как бы выбор побольше. Побольше, да? Да. То есть и можно и на пенсии кушать мясо, правильно? Ну, иногда приходится. К слову о качестве. Качество уральского фермера проверено горожанами. Вы хоть что угодно думайте, но я так понимаю, в России без мяса никуда. Без лучшего тоже. Так вот, лучшее мясо с лучшими колбасами и с тем, что вы можете быстро приготовить в уральском фермере. Здесь на Ленина 91 и на Советской 193. Я сюда привык уже ходить, уже где-то с полгода. И кушаете настоящее мясо? Считаю, что да. Кушаю настоящее мясо. И, конечно, хотелось бы мяса. В свое время Челябинская область славилась своей мясопереработкой, потому что мы этим мясом и кормились. Сегодня, сейчас вы это мясо можете купить. Где вы можете купить? Я предлагаю вам заехать сюда, в Уральский фермер, где вы можете купить изумительное мясо.